Каждые две недели сотрудники библиотеки имени Маяковского обновляют экспозиции в зале фонда редкой книги. На этот раз там открылась выставка «Слети к нам, тихий вечер на мирные поля». Ее посвятили 145-летию со дня рождения иллюстратора, театрального художника, члена группы художников «Мир искусства» Мстислава Добыжинского. Его работы украсили сотни книг известных писателей. В 1904 году выходит первая попытка Александра Бенуа исторического исследования русской живописи. И в разделе о состоянии современной живописи он включает репродукцию картины Мстислава Добыжинского «Человек в очках». И отмечает, что Мстислав Валерьянович вместе с другими художниками мир искусства является одним из авторов возрождения, если не зарождения, русской книги. В библиотеке хранится и редкое ценное издание «Бедной Лизы» Николая Карамзина с иллюстрациями Добыжинского. Всего было выпущено 1000 экземпляров. Первый экземпляр Мстислав Добыжинский посвящает своей супруге. Часть экземпляров, 50, раскрашена художником от руки, 50 именных. Остальные пронумерованы. В нашем редком фонде хранится экземпляр номер 239. Работы Добыжинского включены во многие современные летописные сборники и подарочные издания. Выставка продлится в Музее книги до 19 августа. Записаться на экскурсию можно по телефону 702-89. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.